Ароматы копченой рыбки словно магнит притягивают рязанцев к мобильной ярмарке «Икра и рыба камчатская». На этой неделе возле торгового центра «Премьер» вас вновь радует камчатское рыбное изобилие. Белорыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. А помимо белорыбицы еще что-то брали? Ну, конечно, брала. Брала еще чувычу. Тоже очень вкусная. А какую рыбу вообще любите? Расскажите. Все вкусные рыбы. Лидер продаж, по словам продавцов, чевыча. Эта рыбка не только чрезвычайно вкусная, но еще и очень редкая. Ее улов регулируется специальными пунктами российского законодательства. Чевычу ценят за отменные вкусовые качества и набор полезных свойств. Белорыбица тоже популярна у рыбных знатоков. По своим вкусовым качествам она вполне может поспорить с чевычей. При этом белорыбица жирный, но малокалорийный деликатес. Ну, во-первых, вот чевычу я все время беру, она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас еще какую продают, это лучше. Белорыбица, чевыча. Чевыча мне очень понравилась. Я своим всем сказала, наши все приезжали, все брали. Мы ждем их всегда приезда. Я белорыбицу купила. Я первый раз покупаю, первый раз здесь. Наверное, приду, немножко еще куплю. На выставке продажи также можно будет приобрести икру самого свежего вылова. Ведь ее незабываемый насыщенный вкус ценится среди гурманов. Рыбка на ярмарке «Икра и рыба камчатская», что называется, на любой вкус и кошелек. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь, хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Купила белорыбицу и чевычу. Бабушка очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные и любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 2 апреля. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».